Всем привет, дорогие друзья канала Ranch El Sancho. И сегодня мы приготовим теплый салат. Ты знаешь, что такое теплый салат? Нет? Так смотри за нами, смотри за нашими рецептами, и мы научим делать тебя теплый салат. Для этого нам понадобится. Здесь будет куриная грудка. Две штучки среднего размера. Будут помидоры. Помидоры черри со своего огорода. Можете не черри, можете обычные, просто придется чуть помельче нарезать. Здесь у нас перец, перец тоже со своего огорода. Я покажу, как это все нарезать. Листья салата. И специи у нас будет соль, семена кунжута. Здесь приправы для курицы. Мы немного добавили острого сюда перца молотого. Соевый соус и оливковое масло. Приступим к нарезке. Куриную грудку будем нарезать тоненькой соломочкой, то есть приблизительно вот такими вот размерами, и нарезаем вот такой вот тоненькой соломочкой. Нарезали курицу вот такой вот соломочкой, ну где вот такая вот получилась, но старались соломочкой. Теперь разжигаем костер, ставим казан на огонь, наливаем сюда оливкового масла немного, вот, ну чтобы смазать стенку казана, я не знаю, здесь миллилитров будет 50, не более. Этим маслом смажем стенку казана. Масло оливковое именно для жарки. Масло накалилось. Отправляем сюда жариться грудку. Грудка у нас жарится быстро. Поэтому ее можно сразу же помешивать чуть-чуть, чтобы она вся в масле пропиталась. Теперь добавляем сюда соевый соус. Миллилитров 30-50, не более. И сразу же добавляем сюда специи. Две щепотки. И также это все мешаем. Можно было бы изначально, кстати, замариновать курицу в соевом соусе и приправами, а можно, в принципе, так сделать. Разницы не будет никакой. Как вам удобнее. Все. И все это обжариваем в течение минут 5-7. Ребят, пока курица жарится, у нас есть 5 минут, чтобы быстренько нарезать перец. Приступаем. Берем перец, разрезаем пополам, достаем отсюда сердцевину. Семечки нам не нужны, избавляемся от них. Чуть-чуть можно ускориться. Курица жарится быстро. Я просто покажу сразу же, как нарезаем. Нарезать будем тонкой соломкой, вот такой вот. Все, вот такой вот соломинкой мы нарезаем дальше перец. Прошло 5 минут. Я попробовал, курица готова. Поэтому достаем отсюда курицу на тарелочку. Первый ингредиент у нас пожарился. Теперь, ребят, нарезанный перец обжариваем. В течение 3 минут обжарили перец, больше не надо, он должен внутри остаться хрустящим. Достаем это все на тарелочку. Если, кстати, во время жарки вы увидите, что масла не хватает, можете добавить немного масла, потому что курица все масло забрало. Так, ребята, и остались вот эти вот сочные вкусные помидоры. Если же большие, нарезаем мелко. Мне вот этого будет
Наверное, вот такой вот я разрежу на 4 части. Совсем маленькие. Достаточно будет напополам. Ну и нарезаем все так помидоры. Ну вот, дорогие друзья, все ингредиенты уже готовы. Теперь осталось только сформировать этот вкуснейший теплый салат. Для этого укладываем листья салата на тарелочку. Они будут в самом низу, самые нижние, поэтому вот так вот раскладываем все это. Здесь, в принципе, можете поиграться, именно какой ингредиент пойдет следующий. Но я вот сегодня хочу, чтобы пошла эта курица. Берем, раскладываем сюда курицу обжаренную равномерно. Так, вот это сюда все. Аккуратненько раскладываем. Теперь следующие идут, это перец. Ладно, высыпем вот так вот в центр. Сейчас это все аккуратненько расправим. Лишний вот упал какой-то у нас тут перчик. Распределили ровно. Теперь идут помидорки. Накладываем тоже равномерно, аккуратненько. Помидорки. Такой божественный салат получается. Теперь немного сверху поливаем оливковым маслом и посыпаем это все семенами кунжута. Вот такая вот, ребят, красота у нас получилась. Ребят, готовьте вместе с нами теплые салаты. Вы будете приятно удивлены. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пишите комментарии, кому нравятся теплые салаты. Ну, а мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Пока.